Деда, რა იყო ეს, ა? საცოდა. ვინმე ხანდ მანდა? ხელი აწიეთ. Ахмат, реальная сила. Вот так говорит наш командующий, самый лучший командующий. Есть также фотография, где Кадыров молится на заправке Роснефти. Уж не знаю кому, хотя мы все знаем, что Чечня сильно зависит от нефти. Ну, конечно, основная история, которая связана сейчас с Рамзаном Кадыровым, это его невероятная пиар-активность. Мне кажется, никогда в жизни он так много не писал в социальных сетях, хотя в социальных сетях это преувеличение, потому что социальных сетей у него осталось довольно немного. По факту, большую часть всего он пишет в Телеграм, прикладывает там различные видео и показывает, что вот есть некие чеченские полки, которые там, значит, успешно все захватывают, всех побеждают, захватывают пустые военные базы и много чего еще делают. Я знаю, что вы погружены в эту тему и следите за ней с самого начала. Что это вообще за армия Рамзана Кадырова? Откуда она взялась и из кого она состоит? Ну, я думаю, причина того, что Рамзан Кадыров стал очень много писать в Телеграм, как вы заметили, она как раз и кроется в том, что его заблокировали в Инстаграм. Если бы у него был Инстаграм, он бы не уделял столько внимания Телеграму и писанине. При этом мы с вами, наверное, понимаем, не нужно это озвучивать, что не Кадыров пишет эти тексты. Кадыров, в принципе, не может связать это два слова на русском языке. И даже написанный для себя стишок в самом начале, он зачитывает слово «шницель», он не знает снова слово «шницель», поэтому он его зачитывает как «шницель», потому что, в принципе, человек не знает, где ставить ударение в этом слове. Что это за люди, что это за войска, из кого они состоят, насколько они быстро? В основном это, в подавляющем большинстве, это Росгвардия, так как вот эти вооруженные люди, которых принято называть кадыровцами, они, как правило, никогда не были формированиями Министерства обороны, никогда. Они вот всегда были на базе внутренних войск раньше, которые затем переформатировали в Росгвардию. И это полиция, обычная полиция. Но сейчас, честно говоря, насколько можно говорить о составе этих кадыровских войск на территории Украины, не совсем понятно, потому что, к сожалению, теперь уже несомненно мы знаем о повальном принуждении к добровольничеству. То есть там люди, которых Кадыров представляет как добровольцев, но мы уже имеем много свидетельств о том, что это совершенно не имеющие никакого отношения к силовым структурам люди. Это зэки, которые недавно освободились из тюрьмы. Это похищенные ими люди, которые там по наркоманской какой-то статье, там, или еще по какой-то статье, они сидели у них в подвалах. И они их просто вытащили из этих подвалов, одели на военную форму, дали оружие и отправили в качестве добровольцев. Можно ли этих людей назвать росгвардейцами? Я сомневаюсь. Профессиональными росгвардейцами они не являются. Тем не менее, большинство из тех, кто там находится, это все-таки, наверное, военнослужащие Росгвардии, всевозможных полков, типа там неведомственной охраны, полки по охране нефтедобывающих вот этих скважин, какие-то войсковые части, расположенные на территории республики. Я думаю, что вот основной состав — это они. Поэтому, собственно, они не участвуют в какой-то... они не присутствуют на передовой. Они всегда находятся в тылу, километров 20-30 от непосредственной зоны столкновения с украинскими войсками. А там находятся войска, которые из Министерства обороны России. То есть они несут главные потери, убивают их, а эти идут такие свеженькие, все такие с выровненными, ровненько под линейку бородами, такие вот в чистых таких формах незапыленных. Они, значит, ходят и на камеру там красуются где-то уже на оккупированных территориях. Угу. Ну, давайте разделим. Я так понимаю, что есть две составляющие, да, есть вот эта вот Кадыровская гвардия, а есть так называемые добровольцы. Расскажите подробнее про так называемых добровольцев, то есть как это устроено,
как это воспринимается. То есть они ездят не на джипах, а на буханках их везут, мы видели кадры. Каким образом они набирают? Вот вы упомянули там некий контингент, но есть ли среди них там просто простые чеченцы, которых принуждением заставляют туда отправляться? Как на это реагируют их родственники? В общем, что вы знаете о вот этих так называемых добровольцах? Нет, давайте все-таки мы не будем их разделять. Не будем, как хорошо. Под Кадыровской гвардией мы с вами понимаем, что нет такой структуры, которая бы называлась Кадыровской гвардией. То нет, мы, да. Это такое народное название российских войск, которые укомплектованы в основном выходцами из Чечни и расположены они на территории республики. То есть таких людей вот так вот как-то называют просто кадыровцами. Поэтому здесь разделить их не получится. Сказать, что вот есть какая-то кадыровская гвардия, а есть добровольцы. Нет. И добровольцы, и принужденные добровольцы, и реальные добровольцы, и служащие Росгвардии, и, допустим, всякие кадыровские чиновники, которые попали недавно в немилость, и сейчас они таким образом там замаливают свои грехи перед Кадыровым, таких тоже там немало, мы можем назвать их по фамилиям. Допустим, Абти Алаудинов, который был заместителем министра внутренних дел республики, был уволен, поругался с Кадыровым. Сейчас, значит, его Кадырова вернул, он находился в Москве, кстати, там занимался бизнесом, назовем это так. Значит, Кадыров его вернул, и сейчас он отправлен воевать в Украину. Есть также еще один кадр. Магомед Хитанаев, бывший заместитель мэра Грозного, кадий города Грозного. Он тоже попал в немилость, его уволили, все это время о нем вообще не было слышно. Теперь на тебе, он тоже с автоматом в руках ходит по украинским городам. И вот эти вот все люди, их всех вместе называют кадыровцами, кадыровской гвардией, там, как угодно, причисляют их к Кадырову. Поэтому разделять между ними будет неправильно. Но другое дело, я хочу выделить из этого общего числа людей, которых мы всех нарекаем кадыровцами, я хочу выделить отдельно вот ту часть людей, которые были принуждены, и это не те люди, то есть если они, допустим, работали, скажем, во вневедомственной охране, в каком-нибудь нефтеполку, и они не хотели бы сегодня воевать в Украине, но их туда отправили, абсолютно их не жалко. То есть этих людей я не причисляю к тем, кого принудили. Я считаю принужденными тех людей, которые не имеют никакого отношения к силовым структурам российским. Они, в принципе, в общем, далеки. Они просто вследствие определенных жизненных обстоятельств они попали в положение, когда они не могли никак отказаться, избежать вот этой вот отправки. Например, а как выглядит это положение, да? Вот хочу объяснить. Например, недавно освободившийся из тюрьмы чеченец, который сидел по статье НВФ или терроризм, тяжелые статьи, но самые популярные в нашей республике. После того, как он освобождается, он попадает под... Подождите, я сразу хочу прояснить, это настоящий терроризм или это вот как многих действительно в Чеченской республике по этой статье просто там неугодных или оппозиционеров? Ну, послушайте, здесь нужно определиться, что мы считаем настоящим. Допустим, те чеченцы, которые вышли защищать нашу родину, когда к нам пришла российская армия, так же, как сейчас она пришла в Украину, эти чеченцы, которые каким-то образом попали в плен к россиянам, они по статьям терроризм или НВФ были осуждены и попали в тюрьмы. Для меня они герои, защищавшие мое государство. Кем они являются для вас? Ну, надеюсь, что нет, тоже под терроризмом, как минимум и террористами. По терроризмам я имею в виду организация взрывов мирных, соответственно, учреждений, инфраструктуры, там, не знаю, больниц, школ, всего остального. Ну, в общем, убийство мирных граждан. У нас таких нет. Убийством мирных граждан России занимался Путин и ФСБ. Это уже, я думаю, мало кто в этом сомневается. Поэтому никто из представителей чеченцев, даже так сильно демонизируемый Шамиль Басаев, даже он не брал на себя ответственность за взрывы домов в России там, или Волгодонск. То есть это у нас нет никого, кто даже формально взял бы на себя ответственность. Поэтому это понятно, что это не террористы. Это просто люди, которые вышли защищать нашу родину. Но дело в том, что среди них даже есть очень много тех, кто в принципе и не имеет никакого отношения к вооруженным силам нашим, просто сфабрикованные уголовные дела, и их на огромные сроки сажали в тюрьмы. Например, я сам являюсь жертвой такого же уголовного преследования. Меня обвинили в том, что я уехал в Сирию и примкнул там к рядам запрещенной организации ИГИЛ. Но я никогда не был ни в Сирии, и тем более никогда не имел никакого отношения к этой запрещенной организации. Так вот, возвращаясь, значит, к этим чеченцам, освобождается такой парень из тюрьмы, отсидев там лет 10-15,
И в отношении него действует надзор. Он должен на протяжении 5 лет, 10 лет, там, сколько ему надзор назначили, он должен отмечаться еженедельно там, по 3-4 раза в неделю в отделе полиции по месту прописки. Он не имеет права покидать район, в котором он живет, район Чеченской Республики имеется в виду, живет он в Кучугурском районе, не может покидать. Кто-то не может покидать свой населенный пункт. Он не может выходить из своего дома с 10 вечера до 6 утра. В общем, действуют определенные ограничения. И вот такому товарищу говорят, очередной раз он приходит в полицию отметиться, ему говорят: так, товарищ, либо ты едешь добровольцем в Украину, либо мы тебе сейчас спишем, что ты нарушил режим, и отправляем тебя обратно сидеть в тюрьму. И вот так, такого человека, значит, одевают форму, отправляют воевать в Украину. Есть примеры того, как, например, молодые ребята, военно обязанные. В Чечне до сих пор не действовал призыв. Чеченцев, в принципе, не хотели видеть в российской армии. Соответственно, они получали выписные свидетельства и сидели у себя дома. Никаких проблем не было. Вот сейчас к ним приходят, значит, оперативники и говорят: такого-то числа явиться, значит, либо в отдел полиции, либо в военкомат. А оттуда их, там их уже ждут, как бы, наряжают их формы, дают оружие, отправляют добровольцев. Точно так же люди, которые без предъявления обвинения, вне всякой юридической процедуры, сидят в подвалах кадыровских, таких немало, очень много. Ты можешь попасть в кадыровский подвал просто из-за того, что, допустим, ну, таблеточный наркоман. Тебя берут и сажают в эту камеру. Оттуда человека вытаскивают, тоже надевают на него форму, отправляют добровольцев. То есть вот такая. Слушайте, вот как это работает? То есть вот я бы, например, будь я, значит, там, злодеем и все такое, я бы никогда в жизни не дал бы автомат человеку, у которого на меня зуб. Я бы никогда в жизни не дал автомат человеку, значит, который, там, не знаю, против меня в том или ином виде. Неужели нет таких опасений, когда они раздают автоматы тем, кого принуждали, и у кого явно есть зуб и на тех, кто их принуждал, и в целом на вот эту вот всю структуру? Не, ну, вообще в мировой истории это работает именно так. Когда во время Второй мировой войны советских солдат гнали вперед НКВДшники, они ведь тоже понимали, что они настроены против НКВДшников. Uh-huh. Но там не было никаких проблем. Там нет выбора у этого солдата, когда вокруг него вооруженные матерые какие-то преданные российской армии люди стоят. Ну, что они там сделают? Один автомат против них. Конечно, есть вероятность, что хотя бы один пойдет на самопожертвование, применит это оружие, но его очень быстро убьют. То есть вряд ли его примеру последуют там остальные. Поэтому это очень такая маловероятная проблема для кадыровцев. В общем, вот этих вот людей, я их как-то выделяю из этого числа, из числа кадыровцев. И к таким людям я обратился вчера у себя в эфире, предложив им сдаться в плен в Украине, благо там имеется такая возможность, то есть если люди не попадают в плен, а изначально они сдаются, переходят на сторону Украины, то там все, что им необходимо, вид на жительство, возможность переезда, даже помощь в вывозе семьи, это все им предоставляется. А если вместе с техникой, то даже еще и денег накинут. Ну да, но вряд ли. Я вообще сомневаюсь, что у кадыровских товарищей там есть вообще какая-либо техника, кроме вот этих вот мало слабо бронированных каких-то автомобилей. Да, слабо бронированные машины в основном мы видим, никакой боевой техники пока, по крайней мере, не было замечено. Ничего ценного с точки зрения военных действий у них нет. Они не умеют, наверное, этим пользоваться.